У меня самая потрясающая мама на свете. Она научила меня мыслить логично. Да почему? Потому что я так сказала. Преодолевать невозможное. Закрой рот и ешь. Объяснила основы генетики. Ну весь в отца! Верить в Бога. Молись, чтобы отстиралось. Самое главное в моей жизни. Понимаете? Я тебе сколько раз говорила. Вот так вот. Отрываешь, два раза складываешь, и этого достаточно. Мама... Что ты там наматываешь себе?